Инфостоматология. Сделаем мир светлее. Здравствуйте, с вами Галина Кудряшова и программа «Город здоровья». Вместе с лучшими врачами региона мы расскажем, как сохранить и приумножить самое ценное в этом выпуске. Смена заведующего и новое оборудование. Какие изменения произошли в реанимации перинатального центра? Обследование без боли и излучения. Рак молочной железы выявляют по-новому. Сохранить память и движение. Как помогают пенсионерам оставаться здоровыми? На зарядку становись. Известные спортсмены поделились секретами бодрости. Курение электронных сигарет и вейпов опасно для жизни. В Палате представителей США начались слушания по вопросу распространения респираторных заболеваний, связанных с их употреблением. Уже выявлено 530 случаев заболевания в 38 штатах, в том числе 9 со смертельным исходом. До сих пор экспертам не удалось определить, какое именно вещество вызывает развитие серьезных респираторных заболеваний. Для расследования был организован отдельный штаб. Было возбуждено судебное расследование в отношении крупнейшего производителя электронных систем курения. В частности, компанию обвиняют в недобросовестной рекламе своей продукции, так как в ней вейпы и электронные сигареты позиционируются как более безопасные по сравнению с традиционными сигаретами. В детской реанимации перинатального центра произошли изменения. Там сменился заведующий, а также установили новое оборудование. Как это отразится на пациентах, узнала наша съемочная группа. Алексей Новиков участвовал в проектировании перинатального центра, был заведующим отделением реанимации интенсивной терапии новорожденных, а несколько лет назад помогал коллегам из Коломны построить аналогичный центр. Теперь он вернулся в Рязань и уже подготовил ряд изменений, которые усовершенствуют работу реанимационной службы. Золотая такая задача, может быть даже платиновая, которая перед реаниматологами и неонатологами стоит, это выхаживание детей с экстремально низкой массой тела. Остальные группы не поддаются более активно нашему лечению, а вот выходить ребенка ниже килограмма, может быть даже ниже 750 грамм, а иногда и ниже 500 грамм, то есть это вот на ладони вмещающийся ребенок, очень сложно. Отшлифовать ее планируют до тонкостей, чтобы не только свести почти до нуля число летальных исходов, но и уменьшить число инвалидностей. Сейчас в отделении 12 коек. Здесь дети, начиная с 22 недель и 500 грамм, а также более крепкие дети, но в критическом состоянии, с нарушением жизненно важной функции, например, сердцебиение или дыхание. Сейчас лежит килограмм 800 грамм ребенок, но тоже, в общем-то, недоношенный. Но, тем не менее, он незрелый, у него нет полноценно сформированного дыхательного центра, он дышит нерегулярно, дает остановки дыхания. Вот, например, сейчас вы слышите, что это как раз один из таких детей дает вот остановочку дыхания. Чаще всего они восстанавливают самостоятельно дыхательную функцию, но вот в некоторых случаях приходится помогать какими-то мягкими такими дыхательными поддержками. Дети в реанимации проводят несколько месяцев. Их переводят в другое отделение, когда состояние стабилизируется. При этом вес может колебаться. Самые маленькие весят около 1200 грамм. Такие дети еще требуют довыхаживания и наблюдения, однако опасности для жизни уже нет. На помощь в спасении недоношенных детей приходит и новейшее оборудование. Этот аппарат поступил неделю назад и пока помогает куклам перенести асфиксию. При такой ситуации начинает страдать головной мозг. Единственным на сегодняшний способом, который позволяет предотвратить повреждение головного мозга, является охлаждение головного мозга. Но еще более эффективным оказалось охлаждение всего организма ребенка. В этой ситуации метаболизм головного мозга резко снижается, и вот эти вот вторичные какие-то поражения, они не происходят. Аппарат позволяет на трое суток погрузить ребенка практически в анабиоз. Температура его тела опускает до 34 градусов, что может позволить вообще избавиться от патологий, например, церебрального паралича или тяжелых последствий. Это органосберегающая технология. В ближайшее время поменяют и методы санитарного контроля. Например, пускать в реанимацию начнут в домашней одежде, а не привычных медицинских халатах. Это поможет убить больничную флору и положительно скажется на пациентах. Активизируем участие родителей. Я сделал реанимацию практически полностью открытой. Родители могут приходить в любое время, общаться с детьми. Мало того, я буду в ближайшее время настаивать на том, чтобы родители активно участвовали в лечении, в уходе в первую очередь. По одной простой причине, они не переходят от одного ребенка к другому и не переносят инфекционный возбудитель от одного ребенка к другому. Они работают только со своим ребенком. К тому же родители очень нежно общаются с детьми, что также положительно влияет на ход лечения. Рак молочной железы занимает первое место среди злокачественных новообразований у женщин. Выявить его на ранней стадии без боли и облучения можно в городской поликлинике номер 2. Здесь установлен электроимпедансный маммограф. Обследование на нем можно пройти по полису ОМС.
Этот прибор практически умещается в руке, его размер меньше дамской сумочки. Однако он настоящий прорыв в онкологии. Электроимпедансный маммограф, в отличие от своих больших собратьев, не излучает рентгеновские лучи, поэтому подходит для обследования груди даже беременных и кормящих женщин. Принцип основан на сопротивлении биологических тканей и электрическому току. Здоровые органы обладают одинаковым сопротивлением, в отличие от патологического очага. Патологический очаг создает разницу потенциалов, которые формируют изображение на экране. Пациентки отмечают, что обследование на нем намного приятнее, чем на рентгеновском аппарате, а также намного безопаснее. Там идет как бы надавливание, да, вот как две пластины идет, и как бы чуть некомфортно себя чувствуешь. А здесь как бы вообще даже не ощущаешь никаких болей, ничего. Очень комфортно и очень как бы не вредно. Опять же, там же идет излучение, да, рентгеновское, а здесь как бы не вредно. Здесь можно раз в год делать для профилактики, если как бы предположение есть, то можно и два раза в год. Аппарат находится в городской поликлинике номер 2 около года. За это время на нем по полису ОМС обследовали более 1500 человек. У аппарата 250 электродов. Обследование проходит с помощью переменного тока, делая снимок молочной железы. Однако на нем также видны очаги, которые помечены другим цветом. При нажатии компьютер показывает электропроводность конкретного участка. В зависимости от того, какой очаг, какая у него электропроводность, мы можем предположить то или иное заболевание. То есть в данном случае мы видим картину, которая подозрительна на рак молочной железы. Принцип работы похож на томографию, ведь за один сеанс врач получает сразу 7 изображений. Это скан молочной железы на разных уровнях. Первый через 4 мм, а дальше каждые 7 мм. Таким образом, на снимках просматривается вся молочная железа, ее строение и возможные новообразования. Ведь рак молочной железы занимает первое место среди злокачественных новообразований у женщин. С чего нужны скрининговые методы обследования? Именно для выявления на ранних стадиях. То есть, когда человек не имеет ничего, никаких жалоб, нет никаких симптомов проявления заболевания, то есть, а только какой-то очаг, который мы выявляем. Когда пациент уже обращается с жалобами, когда уже он находит у себя какое-то, не дай бог, образование, соответственно, в этом случае, как правило, это уже не ранняя стадия. Именно поэтому врачи рекомендуют проходить обследование регулярно, например, в рамках диспансеризации, а также два раза в год посещать гинеколога. Международный день пожилого человека отметили 1 октября. В областном госпитале для ветеранов войн устроили праздник. Говорили на нем и о проблемах. Прием граждан провели руководитель Следственного комитета Владимир Никешкин, а также представители профильных министерств. В госпитале проходят лечение ветераны войн и участники локальных военных конфликтов. Стационар в Рязани рассчитан на 50 коек. Прийти на прием в день пожилого человека смогли все, у кого есть проблемы. Римма Николаевна – жительница блокадного Ленинграда. Ей 88 лет. В последнее время, рассказывает она, начались проблемы со здоровьем. И она пришла, чтобы попросить помочь получить инвалидность. После прохождения лечения в госпитале ей предстоит пройти комиссию. Вам дадут ответ, который можно проверить, правильно дали ответ или неправильно. Если его закон дали, значит, это наш один вопрос. Если дали незаконно такой ответ, значит, это уже нужно вмешиваться в это. Руководитель регионального следственного комитета в госпитале для ветеранов войн впервые, но еще работая в Удмуртии, Владимир Никешкин на протяжении 10 лет приезжал 1 октября к ветеранам. Эту традицию решил продолжить и в Рязани. Это дань памяти всем тем людям, которые уже отработали на благо государства, находятся на заслуженном отдыхе. Многие из них прошли и какие-то боевые точки, особенно вот в нашем госпитале, который здесь находится. Эту практику я еще на прежнем месте работы уже больше 10 лет проводил, для того, чтобы в этот день, конкретно еще в этот день, и поздравить людей с этим праздником, и самое главное узнать их, какие беды, проблемы у них существуют, для того, чтобы чем-то помочь им. Не все ветераны пришли на прием, чтобы попросить помощи. Анна Ивановна рассказала о поселке Масолово Шиловского района, где она сейчас живет, и поблагодарила социального работника, который за ней ухаживает. Я хочу... Вы не можете молодость вернуть. Но мы вместе вернем. Ну, молодость, простите, не вернешь уже. Вот, чтобы, чтобы старость быстро не пришла, вот у меня социальный работник помогает, врачи у нас есть, помогают. Так что это у меня, чтобы быстрее не состарился, они помогают. На прием к руководителю регионального следственного комитета пришли 8 ветеранов и люди, узнавшие о приеме через социальные сети. Приходят с разными вопросами совершенно. Многие вообще уже отчаялись найти какие-то там для себя решения вопросов. Не всем мы можем помочь, не все в нашей компетенции. Но все, что в нашей компетенции, мы пытаемся сделать. Мы помогаем тем людям, которые обращаются к нам. И где-то мы разъясняем законодательство, где-то в них
решаем их проблемы, лично решаем их проблемы, где-то перенаправляем их обращение тем людям, которые компетентны их решать. В общем, ни одно обращение нам не остается оставлено без внимания, и неравнодушие у нас не проявляется. Когда пройдет следующий прием, можно узнать на сайте регионального следственного комитета. В Рязани развивается проект по внедрению системы долговременного ухода. Занятия проводят с пенсионерами, которые имеют проблемы со здоровьем. Врачи-геронтологи и психологи развивают у подопечных мелкую моторику, тренируют память и внимание. Как зовут соседку слева, что изображено на картинке, которую показывали минуту назад? Эти простые упражнения укрепляют долговременную и кратковременную память, которая с возрастом слабеет. Занятия в комплексном центре социального обслуживания населения проходят бесплатно. Они помогают пенсионерам поддерживать свое здоровье. После перенесенных инсультов граждане восстанавливают и двигательную активность. У нас люди после инсульта, когда рука, например, не могла даже держать листочек, после этого пожилой человек и рисовал, и делал какие-то картины из круп, выкладывал. Ну, в общем, восстановилась практически полностью у него двигательная активность. Такая система долговременного ухода – проект пилотный. Он реализуется на территории менее чем 10 городов страны по инициативе фонда «Старость в радость». В Рязани в нем задействовано порядка 20 учреждений. Главная задача – продлить жизнь пенсионеров и наполнить ее красками. Ведь одной из самых распространенных проблем является отсутствие внимания. Ухудшение здоровья наступает после психоэмоциональных стрессов, после того, как длительное время человек пребывает в одиночестве, отсюда нежелание ни бороться с болезнью, ни действия предпринимать какие-то. Вот настроение хорошее и не оставаться одним, быть в обществе, в коллективе. Я думаю, это залог активного долголетия. По программе занимаются более 20 пенсионеров, им от 60 до 92 лет. Занятия проходят как на дому, так и в центре. Они разные, с пенсионерами общаются педагоги, психологи, медицинские работники. Для них организуют культурную и спортивную программу, занятия ЛФК. Сотрудники центра отмечают, что большое внимание уделяют профилактике падений, ведь травмы могут приковать человека к постели. Ходим со скандинавской ходьбой, с лыжными палками. Да просто прогулки. Вот была погода замечательная, мы беседки гуляли, общались после занятия. И даже занятия проводили на воздухе. Ну, я считаю, что это вообще здесь, ну, просто курорт. Ирину Самойлову прийти уговорила соседка. Ей одной трудно было добираться до центра. На занятия она ходит уже несколько месяцев. Женщина признается, что похудела на 16 килограмм, а также стала лучше себя чувствовать. Я не могла повернуть шею, не знаю, или просто студила, или плохо спала. Несколько дней подряд было. А позанималась вот здесь гимнастикой, дают как раз, ну, вот эти упражнения. У меня все прошло. Да, и потом вот пальцы тоже. Утром вставала и не разгибаются. Но это вот болезнь уже возрастная. Тоже простые упражнения. Вот. И вот сейчас вот я руками свободно это пальцами владею. В ближайшее время будет закуплен микроавтобус с подъемником для инвалидов-колясочников, который позволит перевозить их в черте города. Ведь активное долголетие – это не фантастика. И оно должно быть доступно каждому. Более 3000 участников собрала «Зарядка с чемпионом». Ее организовал крупнейший вуз региона – Рязанский государственный медицинский университет. Любители активного образа жизни, среди которых студенты и преподаватели разных вузов, встретились на стадионе «Локомотив». Перед зарядкой всем желающим предложили сыграть в городки. Это любимая игра академика Ивана Павлова, имя которого носит вуз. Подарок командам-победителям – корзины с яблоками. Еще один торжественный момент перед началом зарядки – вручение золотых знаков ГТО. Рязанские спортсмены получили их из рук ректора вуза Романа Калинина, который является послом ГТО. Я уверен, что пока еще никто в нашей большой, великой стране не повторил те зарядки, которые делает Рязань. И я думаю, что год от года это мероприятие будет шириться, будет развиваться и будет пользоваться заслуженной популярностью всех. А может быть, и формат стоит менять, и может быть, школы еще придут, может быть, придут не только гражданские учебные заведения, но и военные учебные заведения. Потому что каждый человек должен быть здоров, каждый должен поддерживать культуру здорового образа жизни. Открыли зарядку профессиональные тренеры и спортсмены, которые показали простой набор упражнений. Делать их можно даже дома и без специального снаряжения. На стадионе «Локомотив», ставшем в этом году площадкой для зарядки с чемпионом, практически не было свободных мест. Столько пришло желающих поучаствовать в акции по пропаганде здорового образа жизни. Люди, заряженные энергией, нацелены на позитив.
вам предстоит в нашем городе трудиться, создавать семьи, растить детей. От того, какими вы будете, зависит будущее нашего города. Да здравствуют рязанские вузы! Самые спортивные из всех вузов! Самые позитивные! Все мы знаем, что быть здоровым человеком очень хорошо. Но это не просто слова, а ежедневный труд над собой, требующий от каждого из нас определенных усилий. Участниками зарядки с чемпионами стали представители всех курсов и всех факультетов РИАСГМУ. В этом году присоединились к акции и другие вузы, Политехнический университет и Сельхозакадемия. Это моя пятая зарядка по счету. То есть каждый год весь вуз с 1 по 6 курс выходит, заряжается просто невероятными эмоциями. Ты понимаешь, что весь вуз рядом с тобой. С тобой рядом одногруппники, преподаватели. Вы вместе единое целое. Закончилась зарядка флешмобом. Студенты выставились в фигуру в виде сердца и надпись «Павлов». Это дань памяти ученому. В этом году исполняется 170 лет со дня его рождения. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудряшова. До встречи в эфире.